такое творится, представляете? Они все зеленые, и у них... Пап, представляешь? Нужно только подключиться. Да. Их корабли разгоняются до 8. И они дают бонус. 2 абонентские платы. Подарок. Ничего себе новости. Как же я хочу домой. Подключите Дом.ру и получите деньги на счет. Друзья, сейчас будет сюрприз. Всем добрый вечер, дамы и господа. Мы вас приветствуем на канале Краба. И сейчас я вам покажу сегодняшний сюрприз специально для вас. Да как специально для вас? Специально для себя. Так, нам нужно это настроить дело, потому что не все так просто. Это единственное, чего я не сделал. Меня слышно нормально? 3, 2, 1. Чатик. Отзовитесь, подайте признаки жизни. Это сейчас очень важно.
Мы заинтригованы. Поэтому так обязательно так вопрос. Итак, сюрприз. Тихо. Тихо. Тихо, сюрприз. Так, а как это можно ползунком по-другому сдвинуть? А все? А так. Никак, да? Значит, будем. Эй! Привет! Друзья, здрасте! Сегодняшнюю трансляцию мы проведем вместе с моей будущей невестой. Надеюсь, тоже с начинающим стримером. Это Мария. Мария, последний раз ты видишь себя на вебке. Скажи что-нибудь чатику. Почему последний раз? Ну, потому что мы сейчас... разговариваете. Да, потому что сейчас я закрою эту программу, и мы начнем игру. Ну, точно как из туалета. Это нормально, потому что, знаете, холл многоэтажного здания в центре Ростова, нашей многоуровневой квартиры, действительно напоминает толчок для нас по уровню жизни. Потому что мы с Машей планируем стать олигархами. Ребят, вот при помощи такого девайса мы извлекаем звук, чтобы вы понимали. Поэтому да, нас будет слышно как из туалета, но иного пути нет. Это единственный работающий микрофон на двоих. Вот. Для того, чтобы звук был более качественным, нужно менять звуковую карту. Так, а мы запустили уже Meanwhile игру. Мне нравится. Мне от тебя кое-что нужно. Ты бери прям в руки телефон. Прям вот возьми его и держи, читай, если что-то будет писать. Так, друзья, мы запустили игруху, но Маше же нужно рассказать, откуда звук. А, это уже звук пошел из игры. Вот это вот уже пошел звук из игры. Но пока мы пытаемся... Ты мне как бы хотя бы сообщаешь, что пишет в чате. О, две головы в наушниках, отлично, да. А вторую голову в наушниках слышно вообще? Вторая голова, произнеси что-нибудь. Тогда первая произнеси. Звук будто из трубы. Ребят, вы слова различаете? Если да, то ничего... Иного мы поделать с ситуацией текущей не могем. Так, я сделаю у себя немножко тише музло, хотя сейчас, может быть, в игре оно поменяется. Короче, краткое содержание, друзья. Специально для Марии. Уж простите меня. Так, Пенумбра. Под эту великолепную музыку очень быстро пробежимся по произошедшему ранее. Слушайте, а музыка просто... Так, давайте просто сейчас пульнем. Откуда звук-то идет? Да, звук был из игры. Значит, смотрите. Здесь. Только давайте без музыки сейчас. Просто в режиме паузы. Итак, Пенумбра Овертюр. Поскольку мы сейчас проходим вторую часть Пенумбры, она прямо следует из предыдущей, является ее прямым продолжением, то вот тебе сюжет. Сюжет Овертюр первой части начинается с того, что к некому другу 30-летнего физика, прям как я, Филиппа Лафреско, приходит письмо по электроночке, в котором Филя объясняет ему... А, вот письмо пришло другу, а в этом письме Филипп, собственно, объясняет своему другу, что с ним случилось, и умоляет закончить то, что он начал. А дальше все последующие события игры представляют собой такой флешбэк, который рассказывает Филя своему другу по имейлу. В 2000 году Филя после смерти своей матери получает таинственное письмо от бати, который давно ушел из семьи и к тому моменту считался уже как бы врезавшим дуба. Письмо приводит Филю в далекую Гренландию. Несмотря на сильный холод, герой находит вход в заброшенную шахту, о которой говорилось в письме бати. Когда он спускается в шахту, лестница обламывается, как обламывается и вся надежда Фили на счастливый исход этого приключения. И в итоге Филе ничего не остается, кроме как двигаться вглубь шахты навстречу неизвестности в поисках пропавшего, сгинувшего папаши. Спустя некоторое время он находит рацию и начинает принимать сообщения от некого рыжего Конопатова. Тот самого, который дедушку-то. Инструментиком садовеньким. Ты как бы это... А что, на...
Нет, Марии интересно. Вообще-то Мария это... мой сокастер сегодня. Мария сама, ну-ка быстро скажи, что, во-первых, я уберу нож от твоего горла, если ты сейчас громко скажешь, что тебе самой нравится, и ты выступила в качестве... Мне здесь очень нравится, со мной хорошо обращаются. Почти не бьют, бьют только по выходным. Так вот, начинает Эфили написывать некий рыжий. Это один из шахтеров, который в этой шахте заброшенной работал, которому каким-то образом удалось выжить. Очевидно, что рыжий провел в шахтах много лет, что наложило отпечаток на его психическое здоровье. То есть малость с приветом, чуть притрушенный. Рыжий обещает, что когда Филя найдет его, тот постарается ответить на все вопросы, которые привели его в Гренландию. Филя, влекомый любопытством, спускается глубже, распутывая клубок тайн прошлых и нынешних жителей шахты. Прокладывая путь сквозь шахты, Филя обнаруживает, что они населены враждебными существами, дикими собаками динго, всякими пауками нехорошими, червями, глистами. Да-да, гигантскими, огромными такими. Мы просто недавно избавились от... Как называется? От сальмонеллеза с Машей. И нам это тяжелые воспоминания. У тебя спрашивают вообще-то. Ну, я сказала, что все хорошо. Вы Машу нормально слышите? Ну, нормально, короче. Ты следи там. Можешь банить. Я тебе тоже от тебя Филя. Так вот, собственно, значит, что там? В конечном счете Фили попадает в область шахты. А, вот, нет, вот. Значит, из обрывков газет, разбросанных записей, еще самая важная информация. Фили удается узнать, что некое тайное общество древних, как обычно, масонская секта, занималась в шахтах изучением, не настолько древних, посвежее, занималась в шахтах изучением аномальных явлений, но из-за какого-то происшествия оно покинуло эти места, и все члены были убиты. В конечном итоге Фили попадает в область шахты, где все это время его ждал Рыжий. Выясняется, что истинное имя Рыжего – Том Редвуд, который пребывал здесь в течение... Том Редвуд. Вуди. Вуд Пекер. Выясняется, что истинное имя Рыжего – Том Редвуд... который пребывался в течение долгого времени, если верить одной из записок, найденных в комнате Рыжего, несчастный живет в шахтах в одиночестве с 14 лет, питаясь преимущественно... Да. Питаясь преимущественно... Не говорите, чем. Крысами всего лишь, так, господи. Главный герой обнаруживает Тома, спрятавшимся в огромной печи, откуда тот не желает выходить. Рыжий признается, что все это время вел героя отнюдь не потому, что знает ответы на вопросы, а просто потому, что ему не с кем было просто побазарить хотелось, знаешь, что ему покалякать. А как он получал его? По рации, не письма, а по рации. Вот с ним. Возвращаемся назад, друзья. С ним по рации связывается некто Рыжий. Я все поняла. Значит, несчастный просит Филиппа, ага. Филипп, знаешь, кроме как выполнить последнюю просьбу человека, ставшего его единственным другом, проводником в лабиринте шахт. Среди пепла Филя находит ключ к двери, ведущую в другую область, которая помечена на карте как убежище. Вот, короче, он выполняет его последнюю просьбу, он сжигает его. И идет в поисках бати все еще в дверь, которую помечена на карте как убежище. Спустившись по лестнице и оказавшись в длинном коридоре, Филипп замечает вдали человеческую фигуру. Герой направляется к незнакомству, но внезапно в коридоре выключается свет, а затем Филипп теряет сознание, будучи оглушенным таинственным незнакомцем. И на этом мы закончили. Первая часть. И вот начинается вторая часть. Сожжу. Как и в первой части, сюжет второй части начинается с появления текста письма, которое Филя послал другу все еще тому же самому. То есть все так же. Игра начинается с того, что Филя просыпается в запертой комнате после того, как ему кто-то настучал по балде. В конце первой части незнакомец его оглушил. Филе удается выбраться из комнаты лишь через вентиляционную шахту, которая приводит его в подземную базу, которая называется «Убежище». В русском переводе станция «Мануик». Армянская. Спрятанной под льдами Гренландии станции секретной организации, посвященной исследованию древних знаний. Вообще не столько древних знаний, сколько либо древних цивилизаций, населявших Землю до... появление человечества, либо вообще инопланетных, ну, собственно, эти древние цивилизации вполне возможно пришли из космоса, ну, короче, изучают аномальные эти вот потусторонние цивилизации древние. И находят артефакты, которые, собственно, сводят с ума людей и так далее. Они продолжают так там активно
изучать. И вот что. Вот. Посвященная база оказывается заброшенной, а весь персонал этого Мануика мертв. Или превратился в существ, напоминающих зомби. Кстати, мы парочку видели в прошлый раз. Я долго выжимал трусы после этого. Затем Филипп начинает испытывать галлюцинации. Флэшбэк на корабль, галлюцинации с тем, о ком мы не говорим. После этого он слышит внутри себя голос. Филипп добирается до комнаты ученого, где с ним связывается доктор Амабель Свансон. Баба. Ну, в смысле, прекрасная, милая незнакомка. Она говорит, что находится в ловушке и просит помощи у Фили. Фили обнаруживает, что тоже заражен. И им руководит внутренний голос, называющий себя Кевином. Или Николаем, по-русски. Герой находит путь в библиотеку. И убив того, о ком мы не говорим. И ученого, где обнаруживает труп отца. И записи о некой гробнице Турнгайт. То есть батя в библиотеке, он был главным переводчиком на этой армянской станции. Угу. И, видимо, шлепнули его. Ну или умер сам, покончил с собой. Короче, папа мертв. Что, собственно, и следовало ожидать. Вот, а этот вот некая гробница Турнгайт. Затем Филипп проникает на базу Манаик, ну а дальше уже вот мы не знаем, что будет дальше. Поэтому, короче, смысл в чем? Этот некий вирус, который они выпустили в ходе своих любознательных расшариваний по древним местам, куда их никто не звал. Ученые выпускают наружу какой-то вирус, который проникает в сознание людей, подчиняет их своей воле, превращает в таких вот оловянных солдатиков. Здорово, Дред! И Фили уже этому не очень. И Фили хреново, но единственный способ, то есть смысл в чем? Это то, о чем я писал. Батя пытался договориться с этим разумом, как бы выяснить, чего хочет этот разум от человечества, но, видимо, не дожил. Ну, там, не знаю, сердечко прихватило, или почки не в порядке, или печень. И вот Филя пытается продолжить дело отца, это то, что мы узнали в конце прошлого стрима, чтобы он хочет договориться с этим внеземным разумом, который с ним периодически трет, и понять, что он хочет, он уже будучи зараженным. И вот мы, собственно, уже уши привыкли к микрофону. Ну и замечательно. Здорово, Буба. Здоровайся с ребятами, читай сообщения, развлекай нас, крошка. Ну что, погнали. Погнали, ребята. Теперь, собственно, к главному. У нас есть масса предметов. Блокнот, релакс. Что пишет блокнот? У нас никаких дел на сегодня. Видимо, все хорошо. Так, здесь, напоминаю, бегает в произвольном порядке. Видишь, глазик появляется, нажимаешь правой кнопкой. Что? Старая бетонная труба. Из канализации, наверное. И что как у нас план? Мы просто идем вперед. Ну, смысл в том, что мы пытаемся продолжить дело отца, сейчас добраться до этого доктора, женщины, которая с ним связалась и сказала, что она в ловушке. Ну и как-то добазлаться с этим внеземным разумом, чтобы выяснить, что он хочет от нас. Вот, здесь можно, видишь, всякие штуки делать. Что... Ладно, не важно. Слышишь звуки эти жуткие? Вот, здесь можно хватать разного рода доски. А нам, походу, наверх нужно. Там, Марусь, нам наверх. Здесь нужно хватать ящики, бочки. Эту вот штуку можно схватить? Нет. Когда мы видим вот такую ладошку появляющуюся, мы можем хватать их и даже выбрасывать. Но, видимо, большие предметы мы хватать не можем. А что в трубе? Так, но нам нужно наверх, очевидно, поэтому мы просто делаем раз и больше ничего не делаем, потому что сюда что ли? Что пишут? Большая деревянная доска. Ну что ж, помогай. Доски надо поставить и перейти как помочь. Машка, вот куда бы я без тебя? Хорошо, что у меня есть ты. Действительно, мы сейчас будем... Но, знаешь, поставить доску — это не такая легкая задача. Потому что взаимодействовать с предметами в этой игре... Знаешь, я, наверное, будучи пьяным, в салат бы эту доску поставил в жизни более точно, чем персонаж игры. Но... О, она мне видна на картинке. Я думала... Заставку выбрать. А, прикольно. А почему?
обновить. О, пошла картиночка. Найс. Маш, ты как бы такие, ты такие сообщения там, ну, там видно картинки, стрим упал, мы ничего не видим, не слышим. Это полезная информация, которую бы было бы неплохо получать вовремя. Так, все, картинка есть. Неважно, друзья, вы ничего не потеряли. Все под контролем, Ребят, все под контролем, Маша не даст вам спокойно, ну точнее, пропасть и потерять нить повествования. Короче... Но мы как-то дальше наверх, а вот дальше мы можем ходить, конечно, по этим штукам. Даже можем на них, наверное, как-то запрыгнуть. Я думаю, что нет. Я думаю, что нам нужно вот сюда. Вот сюда вот как-то нам нужно пролезть. Во. А дальше что? А дальше вот смотри, еще такая вещь есть. Я тоже... О, нет, нет, не падай, нет! Ух, я вовремя. Тихо, стоять, Зорька, смотри, рычаг. Ура! Победа! Так, надо спускаться будем аккуратно. Вот это вот наше здоровье. Когда мы зелененькие, значит, нам все, у нас все хорошо. Все испорчено. Все испорчено. Опять! Вот, у нас есть странный артефакт. Фонарик, противогаз, батарейки и флеш... Флешка на 5 гигабайт. Нет, ну этот, как его, сигнальный факел, как я хотел сказать по-умному, флэш... Я не знаю, флэш in the night. Спирт. Спирт, вот это полезно. Обезболивающее, пила. В принципе, со спиртом и пилой уже можно было бы нехило развлечься в этой шахте. Но, что ж, пойдем по лестнице. Ты можешь не всегда заглядывать в чат, просто в какие-то моменты, время от времени туда посматривать. А в основном, конечно, ты должна смотреть на игру, потому что иначе ты ничего не поймешь. Тяжело, но сдвинуть я смогу. Он прошел. Он постоянно что-то жалуется старым мазанок. А можно один на другом? Что-то он там сдвинуть может, я знаю что, но полагаю, что... Ага. Очевидно, вот так. Вот еще одна лестница. О, господи, ну, подумаешь, еще одна мартышка в топку. Заткнись. Это, знакомься, это Коля, это вот он с нами разговаривал. Нет, это Коля, это единственный голос, который появился у него в голове, как бы лица на... Нет, не это Коля, это, судя по всему, Дармидонт Васильевич, старший научный лаборант. А он живой? Судя по всему, он подергивается, может, он просто тоже нашел банку со спиртом, но, судя по всему, это все. Интересно, он сам упал или ему кто-то помог? Коль, ты сам упал или... Может, давайте какую-нибудь что-нибудь возьмем? Жестянку Бонич поставил сразу как нужно. Блин. Машка бы если читал... Помощь жены считается за читы, так нечестно. Кстати, Машка вообще еще тот читер. Она просто непринужденно в прошлый раз присела за компьютер на 3 минуты и подсказала мне, как пройти локацию, над которой я долбился в битый час. Я упал на Дармидонта Петровича, все нормально. Нам чуть-чуть похреновило, но, в принципе, жить можно. Давай еще раз. Я не пойму, смотри, проблема в том, что лестница сломана. Ну, друзья, вот так примерно Маша ломает многое с фразой, а что это вот тут такое? В данный момент она сломала ноги главному герою. Так, ну, я не знаю, что это. Это просто фонарь, да. Туда никак не забраться, у меня уже темнеет в глазах, еще пару раз я упаду. И можно будет инвалидную коляску покупать. Ну и футбол с пацанами я уже не поиграю. Может лестницу можно поставить на чего-то? Она в конце сломана. Ну я попробую еще раз. Нет, ее нельзя сдвинуть. Она вот такая, какая она есть. Монолит.
На самый верх я отсюда не заберусь. Великолепно, но можно забраться и не на самый верх. Вон там дверь нам нужна. Давай думать. А что, не можешь подпрыгнуть? Я пробовал, вот, собственно. Видимо, какими-то феноменальными... Опа, есть, я спрыгнул. Феноменальными физическими данными наш персонаж не обладает. Хорошо, что этот камень упал не на меня. Но зато обладает нехилой логикой. Правильно? Странные вы, мартышки. И вы так странно решаете ваши проблемы. Это голос в голове. Как у вас это получается с вашими неразвитыми изолированными мозгами? Слышь ты на себя, посмотри. Если не слышать голосов братьев, становится ужасно тихо. Да тебя бы я, в принципе, не... Вот побоссанный матрас, он нас преследует в течение всей игры. Давайте. Слышь, не хочешь на матрасе пока поспать, дружище? Сейчас сбросим вниз, расчистим территорию. Что-то непонятно. Так, дверь, она закрыта. Конечно, дверь не открывается, скажем, или нет. Также, скорее всего, она управляется дистанционно. Ну, а вот она, собственно говоря, комната управления. О, приглашение в видеочат. Как ты думаешь, член или сиськи видим? Чат рулет? Ты пришел. Я и не думала, ну, да, что ты кинешься меня спасать. Мой коллега по лаборатории, он такой ужасный пессимист. Да, мы его видели тут недавно. Был. Хорошая шутка. Он тоже недавно попытался... Я больше ничего от него не передалось, а то я тебя не буду спасать. Попытка оказалась не вполне удачной. Тебе придется пробежаться по улице, но это не самое страшное. Если ты не умрешь от холода, то... Короче, я сижу не в самом безопасном месте. Да ладно. У меня хорошие новости. Кажется, я нашла вакцину. То есть, это не самая настоящая вакцина, но она... Но таращит от нее нехило, я понял. Надеюсь, я не заражена. Я вроде была осторожна, но... Ну, презиками пользовались, я понял. Если придешь меня спасать, а я проломлю тебе голову табуреткой, значит, я ошиблась. Ладно. Не факт, может быть, ты просто такая по жизни. Просто. Надеюсь, мы скоро увидимся. Ну да, конечно. Вакцины, спасение. Нанесем добро, причиним благо. О! А с чего вы взяли? Насадим счастье. Вы правы. Ваша мораль досталась вам в наследство от вашей религии. Слышь, у тебя вообще ни религии, ни морали, понял? Ты невоспитанный, неприличный, непорядочный элемент. Вражина космическая. Файл поврежден и не может быть открыт. No! Окей. Ну хорошо, значит, дверь открыта. Ну что, нам на улицу, Манюнь? Помощь жены считается читом. Это второй раз написали или это... Или это у нас такой активный чат сегодня? Нет, там такой чат, там еще ничего не пишется, а потом раз, он так радуется. Ты можешь так... Лекарства. К тому времени я уже начал сомневаться. Но выбора особого не было. И я решил переть Амабель... В смысле, идти к Амабель и все исправить. Холодно, Зюзя. Ну, ты, конечно, понимаешь, что мне не может быть холодно. Я просто пытаюсь тебя поддержать. Твои мозги ужасно неэффективная штука. На них уходит столько тепла. Че это? Ты, конечно, понимаешь, что мне эта штука не опасная разу. Слушайте, хрен его знает, куда? Куда идти-то? Рычаг. Рычаг заледенел. А, спокойно, спокойно. Быстро, быстро. Так я этот рычаг никогда не согрею. Согреешь, потому что ты совместишь его с зажиг... Нет зажигалки! Ноу! У нас была зажигалка. Так, я хочу назад. Можно я? Я все обдумал. Сломано. Да как сломано? Ну все, мы трупы. Нет, ГГ. Это сигнальная ракета, там ее как-нибудь поджечь. Я надеялся. Ты, конечно, понимаешь, что мне не может быть холодно. Я просто пытаюсь тебя поддержать. Твои мозги ужасно неэффективная штука. На них уходит столько тепла. Не получится. Слушай, надо его как-то согреть. А как? Нам нужно найти аэрозоль. А, нам нужно найти чем искру выбить. Чтобы крышу можем забежать. Блин, холодно. Зюзя, может быть где-то там зажигалка.
У нас же вроде была зажигалка, или это не в этой игре? О, смотри, чё. Жить! Что-то обвалилось, а вот сейчас на твоем месте, где я, собственно, и нахожусь. Зажигалка? Я бы спросил таким придушным голоском. А мост и правда взорвался? Или это очередная шутка моего дорогого друга Кевина? Ты поняла, мы, короче, дохнем от холода в любом случае. Нам нужно очень быстренько как-то... Блин, а тулупа нигде нет? Ага, тут а есть. А вот сейчас на твоем месте, где я, собственно, и нахожусь. Я бы спросил таким придушным голоском. Ё-моё! А что надо делать? Поджигать бочки? На твоём месте, где я, собственно, и нахожусь, я бы спросил таким придушным голосом. А если брат взорвался, или это... Проблема в том, что сейчас надо все сделать быстро, потому что... А вот сейчас, на твоем месте, где я, собственно, да быстрее, твою мать! Я бы спросил таким придушным голосом. Какие бо... взорвался, или это очередная шутка моего дорогого... Окей, загрузка. Так, ребята, нам нужно очень быстро действовать. Насколько я понял, мы в пол... Ой. Нет, здесь загрузка. Точки сохранения, автосохранения снаружи. Слушай, более утоляющие, будет тебе вот время на раздумье. Нет, мы должны действовать быстро. Быстро, Муся, просто действовать быстро. Не тупить. Ты, конечно, понимаешь, что мне не может быть холодно. Я просто пытаюсь тебя поддержать. Твои мозги... Чувак, да ты, тебе просто нужно идти практикующим... Практикующим психологом. Так ты поддерживаешь классно. А вот сейчас, на твоем месте, где я, собственно, и нахожусь, я бы спросил таким придушным голоском. А мост и правда взорвался, или это очередная шутка? Отлично, подожгли. А я бы тебе ответил. Нормально, потеплело. Сам хотел бы это знать. Потеплело. Только одним способом. Своим улыбаемся. Бочка как темное липкое вещество. Убей наше замечательное тело. Так, а что в ящиках? Черный ящик, прямо с поля чудес принес. Так, ну, гори-гори ясно, можем еще коробчонку положить, чтобы она тоже полилась. Спросите, что такое пинг? Пинг розовый. Нет, ё-моё, что делать? Пинг слишком большой. А, пинг, ну это, короче, пинг это время, за которое сигнал доходит из точки А в точку Б. От локальной машины до сервера. Если оно большое, то ты, например, говоришь своему персонажу идти вперед, а идет он вперед через какое-то долгое время, потому что пинг высокий. А если пинг нулевой, он сразу же выполняет команду. Так, ладно, что тут? Что, я не смогу притащить? Блин, холодно. Зюзя кусается. Я думаю, что нужно притащить этот ящик. Так, что от нас хотят? Что от нас хотят, непонятно. Ну, а чек мы хотим? Хотим, но там мост обрушился. А так-то мы, да, мы завсегда. Там эти, да. Так, доски, а тут доска много, какая-то. Много, да. Конечно, может быть. Блин, ну что такое? Чувак, ты застрял? Жирная ты скотина. Подогреемся, мальца. Теперь мне намного лучше. Слева по краю можно. Тихо, нет. Ребят, Маш, ты не читаешь подсказки. Чат, но... вы не подсказываете. Не я так могу просто открыть инструкцию по прохождению и сидеть проходить. Зачем тогда? В чем смысл игры? А что, они все знают? Да. С подсказками играть неинтересно, какой смысл. Ну. О, греемся. Спокойно. Все нормально. Все живы. Так.
Ну и что там с мостом? Блин, стоп! Стоять, не умирать. Не умирать, мужик. Жить! Это здорово. Сейчас он полегчает мальца. В бочке какое-то темное липкое вещество. Чертов химик. Он еще изучает, что в бочке. Нельзя просто играть, я играл, но не подсказывает. Ну да. Поэтому Маша не будет читать, ребята, сообщения от Спойле Растов. Мы проходим игру вживую. Привет всем еще раз. Ванюр и Маша в эфире. Но этот рыжий образ клеен на каждой стенке твоего подсознания. Он хотел умереть, а мы ему не давали. Я бы сказал, от него дурно пахнет, если ты понимаешь, о чем. Что ж ты себя понюхай. Погоди-ка, надо... Не трогай рыжего. Рыжий наш единственный дружок был во всей этой истории. Блин, у меня мышка. У меня мышка как кошка. Так, ребята, куда дальше? А, ну собственно, куда? Что это такое? Бочки полные бензина. Назад. Бочки полные бензина. Значит, там есть бочки, в них есть бензин. Чем мы можем? Так, у нас есть старая грязная тряпка. Мы можем ее, например... Тряпка не загорится, надо чем-то ее пропитать. Так, спирта может быть? Во! Смотрите, спирт таскали с начала игры просто. Тряпку можно пожечь, но зачем? Лучше пока оставить. Окей, давайте на единичку. Чувствую, что она нам еще пригодится. Ну что, побежали к бензиновым. Нет? Нет? Так, завалена дверь. Еще все холоднее и холоднее. Нужно побежать в другой край, там все исследовать. Я так, знаешь, что думаю? Что там тоже какая-нибудь хрень находится в другой части этой заснеженной пустыни. Сейчас. Как думаешь? По другую сторону моста. Ну просто очень холодно. Видишь, нашего героя таращит по полной. Оп. Что это такое? Скорее всего, мост питается от генератора. Блин, чуваки, вот это все, что вы мне хотели это сказать. Ладно, ценой жизни. Я думаю, что здесь я... Хотя нет, не факт, что я здесь в безопасности. Быстрее. Херовит, видишь, как главному герою нашему? Филя наш, знаешь ли, видимо, не в Тольятти вырос. Такой изнеженный субъект, да? У нас такая температура обычно в прихожей зимой. А Филя что-то не выдерживает. Слушай, есть ящики, но вряд ли они... Может, мешок какой-нибудь? Ну, тоже вряд ли. Филя не рос в России, где отопление вообще никогда не включает. Включает только в конце апреля, для того, чтобы люди почувствовали себя в бане. Причем в бане. Ну, слово «бан». Должно сработать. Но и как я успею? Ну вот же. Здесь бочки взрывать нечего. Она должна быть около двери. Твою мать. Воу! Сейчас рванет! Уходим! Давайте посмотрим. Сейчас будет шуруф. Шурум-бурум. Видела, мать? Что я творю? Ты бери прям телефон в руки. Или тебе так удобно? Чё-то звук как в 2000-х, ну игра 2000-го и звук 2000-го. А я вообще 83-го, старая модель. Поэтому знаете что, ребята, мы прорвались. Сейчас нам предстоит, видимо, разговор с нашей Брунгильдой. Итак, что нам предстоит сделать? Разыскать девицу? Защитить ее от плохих парней, уничтожить вирус, ну и спасти мир, разумеется. Шансы на успех равны нулю. Шансы на выживание? Ну, у тебя на борту поселился добряк Кевин. Что бы это могло означать?
Вероятность, что ты перевернешь тут все с ног на голову, 100%. Слышь, Николай, шанс, что я тебя отключу сейчас как-нибудь в своей голове, приближается к плюс бесконечности. Ну что, вот теперь начинается хоррор. Потому что здесь бродят совсем недружественные ребята. Я так думаю. Ну где же ты, наша таинственная незнакомка? Выйди на крылечко. Блин, ё-моё, я понял, это... Examination Room. Где она, кстати? Ребят, чатик, напишите, пожалуйста, где она говорила располагается? Такое большое место, да уж. Она в смотровой, кажется, была. Или в собачьем питомнике, эта сучка. Химическая лаборатория, южный выход. Она точно говорила, где она, и мы туда пойдем сейчас. Такой вопрос. В какую сторону нам топать? Сложно, нет, я не понимаю, как читать. Чё? Пес собачий. А-а-а. Очевидно. Добрый вечер, пес собачий. Я тоже на это обратил внимание. Это определенно тупик. Да нет. Посмотри же, друг, там тоже точно что-то есть. Но если ты не хочешь, можно через кресло, кстати. Можно через кресло просто. Говорят, сознание нужно. А, точно. Ладно, давайте позырим в журнале, потому что список дел по-прежнему у нас никаких дел, все у нас прекрасно. Ну, кстати, нет. Кстати, нельзя посмотреть в журнале. Ребят, напомните, где она сидит, наша леди? Ладно, в любом случае, давайте запомним. Мы находимся где? Это 5. А мы находимся в фойе, судя по всему, да? Нет? Южный выход. Нет, мы находимся вот здесь. Значит, нам нужно пилить. Сколько я понимаю, да, вот отсюда мы вышли. Вот оно, фойе. Направо, соответственно, тупик. А нам нужно прямо и пилекать. Тупик, Мусь. Вот же тупик. Тупик. Нет, тут все продумано. Видишь, тут кирпичи, которые нельзя сдвинуть. Ну, почему-то наш персонаж может таскать бревна, но не может поднять кирпичи. Возможно, это именно он их тут и отложил, поэтому. Короче. Ладно, наш путь идет вперед. Дорога изумрудная, идем. Видишь, какой звук? Звуки нехорошие. Знаешь, то, что ты здесь, это вторая лучшая вещь, которая произошла со мной на станции. А первая будет, если мы отсюда выберемся. Не-не-не, я тебя девственности лишать не буду. Такая наивная, и я не думала, что ты тащился сюда только ради меня. Я сказала правду. Мне кажется, я действительно поняла, как тебя дезинфицировать. Только, как ты сам понимаешь, все не так просто. Ну, естественно. Чтобы система здесь... Мне нужно получить доступ к предохранителям, к исследовательскому блоку. А это значит, нужен электронный ключ карточки. Иначе меня не пустят. Кто-то из сотрудников, а он уже был инфицирован, попытался войти сюда с помощью карты. Но я не знаю, куда он... оно потом пошло. Слушай. Только не говори, что карта у него. И если ты мне поможешь, я не знаю, что я для тебя сделаю. Мамочки, пойди сюда, пойди туда, принеси то, принеси сё. Типичная девица в нетипичных обстоятельствах. Но зато у нее есть две сиськи, а у тебя нет. На судьбу жалуются трусы, которые не желают ничего брать на себя. Нет, куда она сказал, попёрся чел?
Нужно найти карту ключ, чтобы войти в следующую сторону. Там Амабель. Там Амабель. Ну вот, знаешь, мы сейчас такие строим с тобой фантазии, как мы будем... Как мы будем исполнять при ее, с ее помощью свои желания, как она будет нас ублажать. А прикинь, ей там 72 года, и она... Или у нее, не знаю, один глаз. Или она вся в прыщах. А мы такие уже... О, да, Амабель, сучка. Тебе конец. Короче, ребята, ну... Реально задница, конечно. Значит, нам сюда. Ну, пойдемте прямо. Давайте сейчас сначала пойдем прямо. А вот и карта. Мы находимся вот здесь. Ну, плевать, просто идем прямо. На днях. Там кто-то ходит. Пойдем направо. Потому что зачем же нам прямо, правда, Макс? Боже, как же стрёмно. Оно ходит. Может быть, у него и надо забрать ключ карты. О, палочка. Fuck you, bitch! Древняя каста никогда не попросила бы служащих. Приветствуется личная инициатива, которая нередко определяет командную мотивацию. Заранее благодарим за понимание. Мы просто присели. Мы присели. Сейчас как бы по... Ну, по запаху он бы нас точно должен был заметить. Но, видимо, от него воняет так же, поэтому... Блин, а что делать-то? Я не знаю, мы куда-то забежали в какую-то комнату. Я понятия не имею, что это. Что это за комната и... Может, ему взятку дать? Если бы это был зомби... Зомби русский, я думаю, что вопрос бы уже был решен. Что в России даже зомби бы брал взятку. Зомби-чиновник. Я правда понятия не имею, где мы. А, это вход. Лоу, а не вход ли это? Или нет? Стоп. Нет, это не вход. Ну, теперь мы здесь будем бродить, конечно, долго и счастливо, пока... Смерть не разлучит нас. Слушай, ну здесь в любом случае как-то поспокойнее немножко, чем... Что это, судя по этикетке, собачий корм. Хот-дог, что ли? Скамерная шикарная. Тут была собака, очевидно, слышишь? Мань. Была очевидно собака, а теперь ее нет. Что она прогрызла? Собака тут была, и очевидно. Вот. Сюда же можно как-то пройти? Да, можно. Так, мы еще что-нибудь где-нибудь найдем. Например, мастика не снимает. Чуть-чуть подальше, поднимись. Давай. А, вот же вход был. Наверное, тут спали собаки. Я нашел. Блин, понимаешь, в прошлой игре у нас была кирка. И мы как-то вот тухлый, да, запах на пепси, непонятно, для чего это использовалось. Не знаю, может быть, что эти халки. Короче, мы знаем, что их тут три. Воняет. Персонажа начинает колбасить, как только он заползает в будку. Ребят, ну... В общем, уж лучше иметь дело с псами, чем с... каким-то двуногим бегающим. Так.
Темно, правда? Да, не, нормально. Блин, как у тебя в заднице, чувак. Вроде как пустота. Теперь ты можешь представить, как я существую? Как мне тут живется в пространстве, которое ты называешь разумом? И знаешь, меня так бесит, что... Это мозг Ольги Бузова, не надо путать его с моим. Дурацкие коды, рычаги, людскую муть. Оказывается, я могу просто стереть все это в одно мгновение. Раз, два, и ничего нет. Только ты да я на какой-нибудь призабавной вечеринке. Как ты думаешь, я сумею вообразить пару коктейлей? Нет? Значит, надо отсюда выбираться. Что ж... Это обязательно плохо закончится. Зато интересно, ужасно интересно. Какой же ты болтливый, Колян. Что-то ползает в стенах. Не думаю, что туда стоит идти сейчас. Слушайте, я с первого раза все понимаю. Вообще, вот без проблем. Нужно найти, значит, нужно как-то осветить темный коридор в питомнике. Осветить? Надо игумена Тимофея пригласить, я думаю, что... Он бы справился. А на что у нас? Может, у тебя нет иконы? Сейчас осветим. Что тут произошло? Давай зайдем, узнаем. Ух ты, как здорово. Кто-то просто... Может быть, ребенок гуашкой рисовал. Я тоже так думаю. Мой. Ну, тоже абсолютно такое же мнение. На этот счет. Так, ящик у нас есть. У нас нет чем гасить чертову псину. Пилой я могу, конечно, распилить. Видимо, только бюджет Ростовской области за 2016 год. Так, ну просто вот комната с детишками, да? Вы хотите сказать, что больше? Ты же понимаешь, что они сейчас придут, да? Конечно. Зайдем прямо или направо? Давай направо. Давай я смотри. Это могло сделать животное. Кто это сделал? Кто это сделал? Только следов когтей я не вижу. Ё-моё. Мы туда не можем, да? А, тут в принципе я понял. Что это за запах? Слушай. А вот и кровавые следы. Все под малюном. Стоп, там дверь, а там просто проход. Это надо быть проход. Начало. Вот как здесь мило. Как здесь мило. Очень хорошо. Ну и зрелище, что стало с несчастными собаками. Это собаки? Что вниз? Закончили, как обычно заканчивают все собаки на вокзале. В другой жизни они станут беляшом. Это будет лучшая жизнь. Ё-моё. Ну вы поняли, да? Так, а дверь я не могу запилить. Мань. Надеюсь, больше я такой жути не увижу. Такой жу... Надеюсь, что они померли, вот, ей-богу. От чистого сердца желаю. Не, ну кто-то же их распотрошил. Ну, я думаю, что вот тот, который бегает с фонариком, второй. Тут они и жили. Ниф-ниф, нуф-нуф. Чё показывают? А чё? Когда мы в будку залезаем, да. Судя по отметенным укусам, эту собаку убила другая собака. Надеюсь, так оно и было. Чёрт, нет, надеюсь, что она просто умерла от блох. Роман уже бегает. Чё это? Это какая-то групповушка шекспировская. То есть мы зашли в вольер, чтобы что? Чтобы взять доску, например, да? Вот у нас есть доска. Можем ли мы доской... На боги чекини у тебя кто-то сидит у тебя. А-а-а! Если бы такая сидела, то я бы за ней бегал бы сейчас. Причем бегать за монстром. Скажи, иди сюда, ты симпатичный. Вот это нормально втаращило. Просто прикладывай.
Дитил Лизергиновый, привет. Ну да. Я на всякий случай бочку не забыл. Я с бочкой пойду. Так, ребята, все нормально. Ты читай, Мась, ты не про себя читай, ты вслух читай. В этом прикол, как бы, когда, да, ты стример. Не, вот представляешь, если я бы такой сидел и... Давай, делись. Есть отличие, кажется, что это очень важно. Нет, знать, давай, что-то. Читай, все время читай. Это меня не отвлечет, а немножко успокоит, потому что я дико до одури жутко. Ну, у тебя получается. Так, что это? Напиши, что я храбрая, а вы... Схемы другие. Ну, потому что ты не смотришь на экран. О! Очередные батарейки бесполезны. Да, да, сейчас читаем. Непоследовательно. Это как в сексе. Все должно быть непоследовательно. Да. В этом и прикол. И что? Электрощиток. Работает вообще? Так, ладно, давайте зачтем. Во-первых, подсейвимся. Во-вторых... Там песня поет, просто у меня голос сухнее, не очень. Программит не там уж. Смотри. Говоришь. Привет, мартирчик. Один. Умножить на 92. Не получается читать книги, мне получается какая-то хрень. Друзья, сейчас у нас, дорогие дети, сейчас мы поможем Маше научиться читать по-задротски на языке компьютерных червей. 2016? Кто это? Типа четверочка? Кто это? Степлэй. Молодец. Кто это? Аниме Шарфлэк. Молодец. Кто это? Садист Ми. Ну, как бы... Он пока сомневается в своих жизненных ориентирах. Это кто? Ганак. Это кто? ХФГЛ просто. Зачем соблюдать грамматику? Это же интернет. Жопа, писька. Вот так надо. Аки но оге. Это все. Это не легко. Кто написал? Дно. Дно, конечно. Днина. Это же интернет, мы тут можем все. Все, мы продолжаем. Определение эффективности по приказу Элла Корпентера возвышенного объекта Улбрук Твиск. Ты слышал это? Это мерзкое имя. Главный наблюдатель, исследовательская станция Мануи, Гренландия, отчет составлен Гарретом Квином. 20 февраля 2000 года. Мое наблюдение за Фриском начинается сегодня. Я стал его личным ассистентом, и мое наблюдение хватит 6 месяцев. С тех пор, как он принял управление комплексом от Брэма Стаферсона в 1980-м, Фриск представил немного ценных результатов, и я намерен узнать почему. А, то есть он халявит. Просто лоботрясничает на работе. Просто, знаешь, понимаешь ли, отлынивает и лодорничает. Дэдшантер. Кто? Дэдшантер. Молодец. Ты делаешь успехи, детка. Мостолопок, короче, этот Фриск. Я наблюдаю за Фриском уже 2 недели и должен признать, что мои начальные предположения оказались неверными. Он оказывает активность и эффективность, и большую приверженность делу. Походу, тоже сунул на лапу наблюдателя. Он наглядно продемонстрировал все эти... Это все напоминает, знаешь, там... я приехал в военную часть и обнаружил большое количество нарушений. Солдаты ходят без портянок, верхние пуговички не застегнуты. Большие хищения в продовольствии. Спустя неделю. Никаких нарушений замечено не было, все было великолепно, прекрасная образцовая часть. Все ходят по струночке в идеальном состоянии. Угадайте, что произошло между этими двумя записями? Ну, он ему давал взятку примерно 10 дней, все. Значит, проявляемся, мне кажется, на недавнем сбитии того, что мы называем гробницей Турнгайд. На главных раскопках. Разумеется, он потребовал полномасштабного исследования.
28 апреля. После открытия гробницы последовала небольшая эпидемия. Отличная возможность понаблюдать, как Фриск справляется с чрезвычайными ситуациями. 24 мая. Эпидемия совершенно вышла из-под контроля. Очевидно, Фриск не очень справляется со своими обязанностями. Произошло много несчастных случаев, и очень трудно поверить в то, что Виля не приложил к этому свою сухонькую, скрюченную ручонку. Тут человек предсказывает будущее, что сначала она будет с тобой стримить, потом на пивасик с Фурбиком набросится, что такое. Да-да-да, это сексисты. Откуда они знают, что... Нам пишет сексистики, Манюс, заранее. Фриск потерял всю свою власть, несколько выживших сбежали, остальные заперлись в столовой. Сам же Фриск решил запереться в питомнике и заперся с собаками, так перся, что просто для защиты. У меня не было выбора, пришлось послать за ним, чтобы закончить отчет. Ага. Несколько выживших сбежали, остальные заперлись в столовой. Сам же Фриск заперся в питомнике с собаками. Я потерял чувство времени, но Фриску, похоже, еще круче. Он очень полюбил собак. Видимо, какой-то очень изощренной любовью. Каждый день он выходит из питомника на добычу еды, которую потом скармливает животным, несмотря на то, что многие из них заражены. Октябрь. В Фриске появились какие-то странные симптомы. Он стал чувствителен к свету, даже малейшая область пугает его. Также он обнаруживает почти животные признаки. Копает отверстия в стенах и прячется там. К тому вот же я подозреваю, что он покидает комплекс по ночам и, наверное, ходит даже в штаны, а в шахты. Шутёху ловите. Ловите шутёху, смертные. Некоторые собаки умерли от вони и мозгов. Я уже долгое время наблюдаю за Фриском и думаю, могу закончить свой отчет. Он чрезвычайно эффективен. Хотя теперь я вынужден подвергать его суждению сомнению. Несмотря на то, что у нас еще много еды, я боюсь, он начал есть собак. Ну, нормально. Обычная история, если бы дело было в Корее. Если бы было в Корее, то все. Так, возможно, Фриск действительно просто не из родственников в Корее. Знаете, вас тоже очень люблю, Съесть? Ой, сейчас эти мерзкие сопли, слюни, вот эти мерзкие обжимашки, вот эта милота пойдет на стрим. А тут же, понимаешь, все заядлые холостяки, ловеласы, казановы, в которых еще не было женщин. Когда я проснулся этим утром, рядом со мной на полу лежал труп. Я зажег фонарик, испугавшись, что Фриска могли убить, или он сам наложил на себя руки. Когда я это сделал, то краем глаза увидел, что Фриск убегает назад в тень. Мертвецом оказался доктор Робертс. Тоже ученый. Десятку нарисует так, что ли? А я-то думал, он сбежал в шахты при первых признаках эпидемии. О, это тот самый. Неважно. Его тело было обглодано в нескольких местах, и, видимо, его долго тащили. К тому же у него отсутствовал язык. Я продолжу наблюдать за Фриском, но приму необходимые меры предосторожности. Спрячу свой язык в задницу на всякий случай. То вдруг он тоже не найдет. Ветер поиграет песня. Что там, играет шальная императрица. Это я. А сколько нас на стриме, ребят? Напишите, чтоб Машка, а то она осмелела, так расслабилась, раскрепостилась. Сколько человек? Нет. Мне наоборот нравится. Просто это следующий порог испытания для тебя. Что там предлагают? Понять, что нас смотрит, что нас кто-то смотрит помимо нас. Что в Антарктике делает Фриски, это новый дозор. Жрет собак, очевидно. Это подруга Тей. Тей занимается с собаками в лесу, как мы вчера выяснили. А это жрет. Так, я не могу понять, что от нас хочет вот этот вот щиток. Вообще все? Вообще все. Допустим, ладно, я включил щиток, я... Не знаю, вот такой вот щиток я нашел и включил. В смысле, потеряла ничего. Но мы все еще стоим в электрощитовой. Или просто читаем, ничего не происходит. Ничего не происходит, да. Все в порядке, мастер, просто ничего не происходит. Так, страшно. Так, ладно, надо идти. Я просто долго оттягивал этот момент.
Просто пытаюсь, может, какой-нибудь директор щита выключить. Ну ничего, мы просто включили щиток, а тут мы ничего не можем сделать. Я просто не хочу туда идти, ты же понимаешь. Сейчас фриск вылезет, я думаю. Так, ну что, нам назад. Я поздравляю. Мы что-то включили в щитке. А нам, напоминаю, нужно что сделать? Найти ключ, да? От квартиры. Нужно как-то осветить темный коридор в питомнике. Нужно найти карту-ключ, чтобы войти в исследовательскую лабораторию. Черт, темный коридор в питомнике – это проблема. А штуки нет у меня. Не знаю, куда отобрал. Короче, Фриск себе тоннели проделал, поняла? Отсюда... Давай заткнем просто один. Что за игра, скажи? Что за игра? Это Overwatch, новый патч. Так, я не пойму, какой-то щиток зажегся, но что нам с того? Должно же было что-то произойти. Вот здесь жил Фриск, поняла, да? Отлично. Жил и, судя по всему, не тужил. Возможно, с кем поведешься, от того и наберешься, может, он сам стал псом. Что псина? Что делать-то будем, мать? А, подожди, так мы, может быть, включили... Что за герой? Что? Что за герой? Что за герой? Что за герой? Происходит? Где я? Какой сейчас год? В описании, чувак, написано... Что за герой? А, Overwatch, я на этом играю. На... Блин, хотя бы одного знаю. На... Не... Туисе. Кстати, а мы не осветили еще? Мы осветили коридор. Трупы. Мань. Ты просто создан для того, чтобы находить опасность, а потом бросаться на нее, сломя голову. И, похоже, я начинаю к этому адаптироваться. Так, ну и зачем нам труп? Его кто-то сюда пришел или это еще один? Я думаю, он сам пришел. Это же труп. Я, короче, пойду туда сейчас и все. Ну, это была плохая идея. Ладно. Главное, что не сначала. Да ладно, серьезно. Включаем. Так, ребят, нам нужно как-то осветить коридор. Ты помнишь, он же боится света, лол. Он света боится. То есть... есть у нас методы против Кости Сапрыкина? Я знаю, как осветить коридор. Это же очевидно. Что это плюто? Флешлайты захерачь туда. А, Мусь? Че флеш? У нас есть факела. Вот зачем мы их собирали столько времени. Ну, по крайней мере, попробуем. Попытка, шнепытка. Шнепытка. Да, а там вообще ходят двуногие, так что я лучше здесь потушу. Трупы. Вы, приматы, просто созданы для того, чтобы находить опасность, а потом бросаться на нее, сломя голову. И, похоже, я начинаю к этому адаптироваться. Ну, это Good Game новый, ребят. Так и должно быть. Блин, а как мне... Как мне бросить-то? Ну, ясно, это не помогает. Ну, окей. Нас убило, не знаю чем, воздухом. Ладно, короче, нам туда нельзя. Пока что включаем просто предохранитель. Тут есть какая-то схема, но она настолько сложная, что... Ладно, просто идем назад, не пытаемся ломануть игру. Идем туда, откуда мы приперлись. И дай бог нам удачи. Ну что, готово? Нам предлагают... Да, надо, может, побыстрее.
Все тоже актуально. Да не, не, там очевидно, что дело какое-то. Давайте лучше пойдем дальше. Ну вот здесь мне уже нужна помощь чатика, потому что у меня топографический кретинизм, это знают все. Но проблема в том, что он и у Маши так и присутствует. Так, оно ходит где-то рядом. Оно ходит где-то рядом. Здесь вообще стремота, конечно. И это не канал Магудейми. Здесь просто стрёмно находиться, потому что оно... Смотрите. А, это просто ящик. Смотрите, а мы можем, например... А, у нас нет поджигалки. Короче, нам нужно прямо... Маня... Слушай, нам по-хорошему нужно выследить этого кренделя и... Оно идет. Оно идет. Не открывается. Ну да, шикарно. Маш, а? Если ты хочешь погрузиться в атмосферу, то вот это сейчас самое время. Поверь мне. Нет, да нельзя. Тихо, тихо, он за мной побежал! Хер тебе, хер тебе! Я ногу сломал. Он идет? Да, он идет. Ушел. Спокойно. Он же дверь не сможет открыть? Ну, конечно, не сможет. Жалкий, ничтожный червяк. Так, ладно. Ну, кстати, собственно, причина моих счетчик вот сидит справа от меня, поэтому... Все вопросы к Марии. Я его откармлю. Она может, в принципе, отвечать вам на них. Мы до этого не договаривались. Сейчас меня прям в лицо выпрыгнет. Ну, такой не очень настойчив. Ну, как тебе сказать? Попробуй пойди сама. Нет, это этот, Фриске. Это не он, это другой какой-то шкет бегает. Блин, я не знаю, как от него прятаться, если честно. Он же убежал. А, смотри, это тот тупик, который мы... Смотри, смотри, это тот тупик. Помнишь, мы не могли, там вот кресло где-то валяется. Да. Так, спокойно. А, это вы, нам ведь очевидно там, туда. Ладно, нам направо нельзя, судя по всему, нас оттуда выгоняют. Это чертило с фонарем, поэтому топаем дальше. Да, понятно, здесь все закрыто. Спасибо, конечно, центру за это. У меня вопрос. Во-первых, когда отпустят нашего персонажа, и у меня... Красные круги перед глазами перестанут. Очень интересно. Сумочка. А, собственно. Блин, идет. Да, да, он идет. А если мы в другую сторону? Опа. Опа. Внезапно. Я не понял, что это за место. О! Как клёво, смотрите! Здорово! Слушай, я предлагаю обезболивающего хряпнуть, потому что невозможно смотреть нашего персонажа.
Все, шикарно. Не засейвимся. Записи со странными химическими формулами. C2H5OH, H2O. Боюсь, сложные химические соединения, это не по моей части. Ну, согласен. Так, что у нас тут? Зато вот обносить какие-то каморки чужие. Это вот, вот это по нашей части. И курочку в KFC наяривать. Вот это тоже по нашей части. Ничего не оставил нам. О! Азот. Так. Уже что-то. Уже кое-что. Книги. Как ты понимаешь, книги в этой игре не очень ценятся. Старая полка или держится, может упасть в любой момент. Давайте что-то сделаем. Какие-то газетные вырезки, 99-й год, прощай сложно. Кажется, там идет речь про болезнь, поразившую местное население. А компьютер? Не работает, да? Окей, книжку-то. О, можно смотреть, что делать. Календарь на 2000 год с отметкой на 3 марта. Так, ладно, захоронились. У нас есть азот и пила. Кстати, у нас есть пила, ребята. Надо подумать как следует. Давай еще раз подумаем. Там же написано, что она почти... Написано, что она почти развалилась. А почему она развалилась? Не знаю, может быть, за ней что-нибудь стоит, полезно. Чтобы купить что-нибудь ненужное. Нужно сначала продать что-нибудь. Не, не знаю, правильно, Мусик? Маша продолжает читать ваши сообщения про себя. Так что, ребята, извините. Ничего не могу сделать с ней. С этой женщиной. Она неуправляема. Ладно, нам дальше. Просто у вас ущербик не надо про нет, про щеки. Слишком чувствительный. Я очень чувствительный ребенок. Слушай, а здесь как бы прям вот интересно, смотри. Сколько ящиков можно обшарить. Машка. Может, нужно больше книжек поставить, чтобы там сломать. Там же две стоят. Черт, это же гениально. А какая полка сломается? Ну вот, думал, вот это. А они все ели. Да а зачем книжки? Давай тут поставим, не знаю, стул, батарею. Можно не так поставить. А это тоже. А! Старая дверь, она еще держится. Ясно. Это, короче, он про все полки так говорит. Так. Звук слышал? Маш? Слышал звук? Ну, слава богу. Значит, ты запах не почувствуешь. Две двери. Кажется, кто-то очень хотел сохранить содержимое этого компьютера в строжайшей тайне. При помощи молотка это ему удалось, очевидно. Так, вон тут еще, смотри. Где-то что-то должно быть. Просто. Привет, Сквиз. А, это твоя задача. Должно быть весело и радостно. Решетка вентиляционной шахты. Я, пожалуй... Я, пожалуй, ее выбью. Мы сейчас справимся с этим делом, ребят. Вещи для уборки, жидкое мыло, губки, чистящие средства. Губки. Так, ребят, есть решетки вентиляционной шахты. Очевидно, что здесь должно быть какое-нибудь. Он не может кресло двигать? Да ладно, серьезно. Ее нужно просто разбить. Так-то просто. Нет. А Машка ее будет проходить. Чтобы жизнь малиной не казалась, заблокирована с той стороны. Мужик, открой. Короче, все, что мы нашли, это гребаный жидкий азот, да? Здесь заржавел номер, то придется искать другой путь в шахту. Жаль! Жаль, ладно. Я вообще не знал, что нам нужно в шахту. Возвращаемся, давайте еще раз засейвимся. На решетке винтики имеются. Да нет, она заржавела, говна, видишь. Придется, говорит, искать и найти. О!
Ты слышала? Ой, ё-моё, вон он. Спокойно. Валим отсюда нахрен. О, их тут много! Их тут много! Он тут не один! Чёрт! Чёрт, главное, чтобы они двери не умели открывать. Это важно. Чё, не толкаешь меня? Это имя. Можешь прям зачитывать их сообщения, Максим, с выражением. И тогда... Можешь не утруждаться передачей мысли собственными словами. Прям вот возьми, зацитируй. Так, ребят, ну, очевидно, что мы действительно в жопе, потому что там как бы ходят и ходят. Ё-моё. Ну, серьезно, а как я пройду-то? Маша говорит, в этой игре нет никаких страшных людей. Нет, нет, абсолютно мирная игра. Ничего. А, мы в начало пришли. Ну вот тебе и... Блин, да их до хрена, я не знаю, как... Где-то нужно ныкаться так, чтобы он... Больше у Олега появилась девушка, а на вапке до сих пор лент. Погадайте. Ну, подскажи мне лучше, как пройти, Мась. Ничего. Ты читай, ты не читай. Сейчас нужно помочь мне пройти. Ну, а, идите. Спасибо. Куда идти-то? А у вас что, нет? Куда? Там вон. Спасибо. Спасибо, Маня. Я думала, он с фонариком идет. Найс. А, он бежит. Да-да, он бежит. Блин, я не знаю, как нам пройти, потому что это ведь действительно довольно сложно. Надо как-то учиться их обходить, потому что, насколько я понял, мы должны как-то за что-то прятаться, как-то куда-то. Давайте пойдем на свет. Вон он идет. Если я, например, присяду в уголочке, что-нибудь изменится. Ну или нам должно крупно повезти, раз так 100 подряд. Что здесь? Здесь ничего интересного. А там мы уже были, кажется, да? Да, да, это собачная вот эта тема. Окей. Значит, там направо. Правильно, Мась? Он же направо? Смотри, смотри. Вон он. Да надо как-то научиться там, не знаю, прятаться за ящик. Давай пробуем. Давай учиться, потому что иначе же мы никак. Слушай, а если просто идти, нести с собой ящик и за ним просто прятаться? Так вот, по-рабочему крестьянски. Такой
посмотрит, ящик двигается, сам в штаны наложит. Это как мультика отпустит. И музыка из Уолта Диснея, чего? Или знаешь, там у ящика ножки внизу выросли, вот. А вот он. Хороший человек. Так. Нет, это кажется, он что-то знает о ящиках. Так, но я зато я могу от него убегать, кстати, вот такая вот тема. Ой, 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 как тут интересно! Ой, надо включить подсветочку. Ой, ой, какую-нибудь дверь, любую. Ой, 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 страшно. Ой, тут еще один. Ой, привет. Мужики, 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 спокойно, спокойно. Мужики, все нормально. Все в порядке. Я свой. Я такой же, как вы. Только вы меня не знаете. Слушай, да они лохобаны. Я от них просто ушел. Мусь, ты поняла? Я от них просто ушел. It's me. Hello! Лошара! Кончен! Так, ну а теперь самая главная проблема. Я даже уже их не боюсь. У меня главный вопрос, куда нам идти? Ох, эта игра, конечно, столько мне нервов попортила. Понимаете, я все, я уже перед топографическим кретинизмом пал даже природный страх. Ну, смотри, опять же. Здорово! Пошел ты! Ух ты! Ой, я тут с тобой в комнате, да? Спокойно, спокойно, дядя. Ну что ты, ну? Блин, тут два варианта. Нам надо либо сейчас как-нибудь... Нам надо сейчас либо как-нибудь пройти в режиме стелс, так называемом, да, когда нас не видно. Но это не получается. Ты видишь, что они сразу нас... Да пошел ты. Да пошел ты, мудак. Да. Там вот была дверь, да, какая-то, но... Чуть тяжеленько. Героин. Слушай, ну, я, честно, не знаю. Я так сам. Надо типа каким-то нестандартным путем. Вот эта дверь. Да нет, она и кись, она кирпичная. Я ее буду. Пока я ее буду разбирать, меня самого. Да, привет. Как сам? О, смотри, смотри. Что у нас тут? Кстати, мой персонаж неплохо двигается, да? Куда-то зашли. Куда-то зашли, Маня. Ну давай, пожалуйста. Игра зависла. О! О! Черт, ну там утечка газа. Ну давай сегодня туда не пойдем. Вернемся как-нибудь потом. А? Эй, мартышка. Эй, слышь, павиан. Дроздов тебе. Шерсть. Они часть всего этого, они берут меня и запечатлевают внутри. Чтобы ее смог расти, они делят мою разную часть, помещают меня внутрь, чтобы он мог завладеть мной, а не удерживать меня. Кто же это? Так, ну там газ, окей, хорошо, мартышка туда не пойдет. Очень крепкое время. Дверь, думаю, открывается в самых экстренных случаях. Ребят, я честно, ну, методом рабочего тыка.
туда залез. Прекрасно, еще одна утечка ядовитого газа. Но! Жизнь становится прекрасна, когда на башке появляется он. Ни хера не видно. Дверь портала уже заблокирована из-за утечки газа, возможно, и вовсе не открывается с этой стороны. То есть мы пришли, чтобы посмотреть на то, как... Там мы уже поняли, что тут утечка газа. Вот она. Чем мы можем заткнуть? Трусами мы заткнули. И тут азота. Так, господи, подожди. Газ можно заморозить. Это такая вот эти. Опа. Не получится. Ну почему? Ну. Почему как только у меня возникает какая-нибудь гениальная идея? Я просто не хочу туда идти. Короче, ладно. Почему? Все плохо. А как мне ее снять? Лол, садист. Зачем ты, во-первых, пишешь прохождение? Во-вторых, мы это все уже сделали. Мы все это уже сделали. Да пребудет с тобой сила, джедай. А я не помню, как снять эту хрень. Ну все, все, успокойся. Как снять? Противогаз как снять? Алло. Кусок трубы, кстати, кусок трубы! А, я понял, он теперь... Наверняка пригодится. Ага, в трубе, по-моему, дырок, через которую в комнату выходит газ. Надо это как-то исправить. Блин, ты точно трусами надо заткнуть, я тебе говорю. Доброе зло, всем привет. И говорят, что можно выйти, газ нужно. Ну, короче, это все дело нужно подорвать, открыть двери. Нет, газ ядовитый у меня. Нет. Ребят, ну нам же четко дали понять. Нужно газ перекрыть. Чем вы смотрите? Вот, он все пишет. В трубе, я же читаю это вслух. В трубе полно дырок, через которые комнату газ. Надо как-то исправить. Соответственно, не взорвать его, а как-то вот... Я вообще думал, что с трубой как-то замутить, но не мутится. Вообще было бы прикольно. Вот. Ну, эта труба заварена, да, соответственно. Нет, он, я думаю... Во-первых, я хочу снять противогаз, но у меня этого не получается. Может быть, отсюда он будет уже без него? Нет! Чувак! Хорош, сними его! Спасибо. Привет всем, ребята. Короче, что мы там написали? Дверь смотровой покорёжена и пройти дальше нельзя. В химической лаборатории есть дверь, отпираемая дистанционно. А, это вот, вот про... Это мы сейчас в химлаборатории, да? Да, это... Дистанционная дверь. Я думал, как-то с трубой за... Стоп! Ну ведь реально, посмотри, там нужно кусок трубы вставить. Ты видишь, Майс? О, кстати, был кусок трубы. Не, не, это, мы такую трубу не поднимем. А вот это мы, пожалуй, поднимем. Это по самому сапу. Нет, нам нужен кусок трубы. А можно закрыть сверху? Ну давай попробуем. В конце концов. Кто сказал?
что мы не можем попробовать. Это оно, наверное, так себе идея, когда... Не, ну, зато попробуем. Кусок трубы нужно вставить. Посмотри, прям вот. Я не могу приделать новую вишен надпись. Стык закрыт заслонкой. Да. А ее можно как-нибудь отпилить? Ну это вы заправите все там, его заслон, ее заслонки. Может быть, пока непонятно, но что-то надо делать. Может быть здесь какая-нибудь хрень есть, которые вот бочки внизу смотрят. Правда ничего не видно, а так все прекрасно. Да, отвалить эту дверь. Слушай, а может быть ящик какой-нибудь наверху. Не знаю, что он даст. Ящик не вынимается. Надо, мне кажется, знаешь, что попробовать? Поставить бочки на ящик. Ящик на бочке и посмотреть, что там есть. Наверху ничего, да? Ну как только заслонить надо, сломать. Сезонников нет, ничего. Ты уже спрашивал, наркоман. Да, ребят, я чувствую, что это надолго. Ладно, пойдемте попробуем. Ну, нужно что-то тяжеленькое, в общем, для всех моих предположений. Кувалды. Что-то тяжеленькое, ну, например, моя задница. Слушай, я просто буду ходить с лампой, потому что вот мы от, как прибежали оттуда, да? Отберем мужиков на коробке. Да я сомневаюсь, что это мужики, я бы так уже давно бы что-нибудь отобрал. Но... Так, мы где? Мы вообще сейчас в химической лаборатории находимся. Собачий питомник, смотровая. Где-то мы еще не были, 4. Собачий питомник мы были. А. Чё? Ой, извините, дядя. Сорян. Как бы вообще не при делах. Блин. А где мы еще не были? Вот вопрос. Где камень валялся? Ну там рядом с тюрьмой. И что мы этим камнем... Не, ну давайте попробуем, конечно. Я реально сомневаюсь, что... Я реально сомневаюсь, что это так решается. Ну, давайте попробуем. Вот камень. Вообще камень. И по звуку это... Мешок. Что-то мусор забыл вынести. Из шахты. Что-то заткнуть можно? Нет, ребят, тут нужно реально это поработать. Что за дверь справа напротив шкафа? Вот это? Она не открывается. Аварийная. Аварийная дверь, которая открывается в особенном случае. С рождением. Конец света. Так, а сейчас мы пойдем в другую сторону. Блин, ну как же нам... Где-то мы еще не были. Мы где-то еще не были. Я в этом уверен практически на 100%. Вопрос в том... А вдали трогает, может, фонарь туда понести? Можно? Нет, там не... Я понял, о чем другой. А это мы где?
Нам нужно, короче, карту сфоткать. Что-то, чем можно... У нас есть жидкий азот. Давай подумаем, что можно использовать в азот. Найти карту ключи никак при азот, при помощи азота нельзя. Осветить темный коридор тоже вряд ли. Дверь смотровой покореженная пробить дальше нельзя. Есть дверь отпираемая дистанционно. Ну, короче... Короче, ребята... Все не так роскошно. Кусок труб... Вот, вот эти штуки... Какие? Тяжелые просто. Они могут чуть ломать там... Двери или какие-то сломки. Не, я думаю, что... Это... Если бы надо было ломать заслонку, мне кажется, что это, вот такая хрень бы валялась прям там. Нас бы не заставили идти на другой конец карты только для того, чтобы принести баллон. Хотя это пенумбра, и я... Заморозить заслонку азота можно? Пробовали? Не получается. Заморозить? Мы в начало пришли, тут как бы до некоторой степени. Мужик, здорово. Лошара. Никчемная. Страшно, собачий питомник. Мы пришли в собачий питомник. Да. Ну, я так и сделал. Давайте хорошо, вот уже двое за нами бегать. У пацанов-то весело все. Хоть кому-то весело в этой игре. Ну конечно, топографический кретинизм уже побеждает даже страх. Разбитое стекло и дырки. Ну в той комнате я тоже не видел. Вот здесь вот мы... Мы были здесь? Ой, ребят, кажется, вот здесь вот мы... Ой, ё-моё, снова. Да, ладно. Здесь есть мусор в этом? Не-не-не, кисть. Куча мусора имеется в виду там, в локации. Локация. Ну, конечно, не может. Здесь, ну, в этом коридоре нужно только бегать. Куча мусора здесь не можешь исследовать. То есть нам говорят вернуться в то место, где газ, что ли, был? Так получается, мусор. А? Нам предлагают вернуться. О! Смотри, какое классное местечко. Сломанный телевизор. Ящик. Ладно, хорошо, пока, ребят. Так, я, честно говоря, потерял веру в себя. А, вот это место. Или не то. Смотрим. Нет, это не то место. Блин. А, теперь я понял, где то. Кажется, нам налево. Камень, который... Здорово. Трубу, сломай заслонку. Камнем, которым сломал трубу, сломай заслонку. Что? Блин, я в начало пришел. Говорят, закрывайся с ним в комнате, там уютно. С креслом. С креслом или с этими чувачками? Да, это я, привет, мы уже виделись. Да, не кипишуй, дружище, все нормально. Сюда, кажется. А вот сюда вот мы ходили. Блин, я не могу эту комнату найти. О, вот она. Нет, это не она. Да ё-моё. Ёк-макарёк. Мась. Где-то комната? Да? Да. Что ж такое-то дверь?
Спасибо, котик. Ты просто подсказчица от бога. А, это мы в начало снова пришли. Да моц вашу ять просто вообще. Я сейчас удалю все игры. А, ну, знаете, что мы можем сделать? Мы можем сейчас позволить им себя грохнуть, где мы окажемся в той комнате. А? Чертовски. По идее, мне нужно было их бояться, но... Еще раз напоминаю, что... Я гораздо больше боюсь заблудиться, поэтому... Чтобы класть я на них хотел. Тут есть указатели, ребят. Вот... Chemical лаборатории. Указатели на стенах висят. Да, так я не помню, какая это комната была. Так, это-то вот что у нас? Это экзаменейшн. Хорошо, запомним. Пошел в жопу. Так, идем дальше. Следуем. Это что? Нет, это вот сюда мы не пойдем. А вот сюда вот мы... О, я попал. Я, кажется, пришел. Не знаю, где я. Мне кажется, это оно. Да, еще раз. Че, взяли камень? Говорят, фонарик был, а не палка. А, коридор освещает собаками? Я очень сильно сомневаюсь, что... Может, артефактом его долбануть. Крышка от люка у нас есть, смотри. Уж крышкой заткнуть. Нижнюю заткнуть. Фонариком осветить коридор, это, конечно, как к этому не привыкну, я тоже говорю. Что у нас еще есть тут поблизости? Ну, о, это мы там положили. А газ идет только сверху, кстати, Мань. Да. Ты увидишь, смотри. Ну вон, видишь, он только сверху идет, снизу не идет. Ну вот в этом вообще не проблема, сразу сюда сам. Че это, вот камень. Слушайте, ну, допустим. Да, ну, видишь, что-то... видишь, газ идет только сверху. Да? Да, ну. Твою мать! Просто! Низочка вообще просто. Слушай, ну ведь была такая идея у нас. Мы просто с тобой не тем шмаляли по трубе. Ну что, нас не слушает. Чатик, она... Все, ты уже чатик себе присвоила, да? Смотрите, как она быстренько солидаризировалась с вами, ребята. Вот же коварная женщина. Так, ну хорошо. А что, теперь нужно что-то... Утечки больше нет, но дверь все еще заперта. Наверное, она открывается не здесь. Ну, спасибо вам, милые люди. Ну, кстати, вот кто-то говорил, что можно что-то подорвать. А, газ не так. Ну да, газ. Куда знаете, что это газ? Газ тоже будет. Так. Аварийный будет. Короче, сейвимся. Просто перепутала мешок мусора с камнем. Жирули. Так, ну, зато мы здесь можем... А вот там, ну, какой-то... Да, они тут везде, по-моему, ну, все равно можно сделать, тут дверь. Там, может, постучаться. Открывай, сова, медведь пришел. Мартышка пришла. Просто кто-то плющил банки. Так, ну ладно, пометку мы в блокноте сделали. Это вот здесь химическая лаборатория, да, получается? Ну что, ребят, нам нужно в питомник. Я так полагаю, что только там у нас будет ответ на вопрос. А питомник и нужен ответ фонарик. Да, да, я тебя понял. Сейчас возьмем. Питомник Кеннел?
сюда. Питомник, как по-английски переводится? Kennel? Важный момент. Здорово, мужик. Как сам? Че с лицом? Лицо попроще. Может, если будет фонарик, то где-то на стене будет кнопка, которая дверь открывает. Сказано было, что она открывается, но ой, это не здесь. Сломал. Так, все. Ну ладно, ну мы идем в питомник. Ребят. Мы снова идем в питомник. Я, правда, не знаю, как оно работает все вместе, но... Питомник это... Вот. Сонегм поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: «Привет, Олег. Спасибо за стрим, Маша на шоколадку». Трупы. Вы, приматы, просто созданы для того, чтобы находить опасность, а потом бросаться на нее, сломя голову. И, похоже, я начинаю к этому адаптироваться. Ребята, за каждый донат новый я буду целовать Машу в новое место. Сейчас целую в нос. Челлендж запущен. Так, ну ладно. А... Говорите, фонарик. Нет, стоп. Ну, давайте фонарик. Но мне кажется, что это все чушь собачья. Труп, отойди. Сейчас я умру. И что-то с этими бутырками надо. Не, ребят, хотя, может быть... Эй, игра, не зависай! Ё-моё! Пенумбра не отвечает. Ну ладно, сейчас перезапустим. Крис говорит, я так понял, тут три типа дверей. Синие открываются, синие с табличкой закрыты, железная, другая локация. Ну, в целом ты прав, Моншер. Но что нам это дает? Место поцелуя зависит от суммы доната, а ты улавливаешь суть. Довольно быстро схватываешь, мой друг. Детка, сейчас мы будем богаты. Сейчас нам задонатят 150 рублей. Я поцелую тебя в ушко. Что ж с псами делать? Я так сейчас так сказал, что чуть не описался. Ну, давайте еще раз пойдем в питомник. Я... Ладно, давайте, да, действительно. Подождите, мы, во-первых, там включили щиток. Где-то. Где-то там мы включили что? Вот, еще смотри, какое большое место. Да. Питомники вроде что-то с щитками делать нужно. Только понятия не имею, что. Смотри, что будет. Мужик. Когда нажат, и когда он не нажат. Может быть. Сейчас я сбегу от этого маньяка. Ах ты твою мать. Оп. Лошара, я просто не могу с тебя. Конченый. Так, как против питомника? Черт, мне сейчас нет времени останавливаться. Как бы я давно уже посмотрел. Там, наверное, как вариант было поцеловать. Что-то плохило, но... Не от того, что нужно там целовать больше палец. Нет, это все прекрасно. Я ж там щиток врубил. Это точно. Есть кто-то там?
Здорово, мужик. Здорово, здорово, как сам? Что делаешь? И-ха! Блин, так стрёмно, когда тебя преследуют, просто не представляешь, что приглядываться страшно. Хорошо, я ведь включил электрощиток, ребят. Давайте мне снова труп этот свой несчастный. Трупы. Вы, приматы, просто созданы для того, чтобы находить опасность, а потом бросаться в нее, сломя голову. И, похоже, я начинаю к этому адаптироваться. Похоже, ходят слухи, что они не бегают за людьми с фонариком. Они же следуют. Они не доставляют никаких проблем, ребят. Они, ну, как бы, нормально все. Давайте вот, может быть, ящик какой-нибудь выберем. Я не знаю, зачем он нужен, но... Вы же видите, что нет вообще проблем, ребят. Спокойненько себе. Ну, ходят и ходят. Так. Стоп. Ну и что? Здесь говорят один генератор, а один обычный. Не знаю, так я включил генератор. Еще одни. Что он там кусок коридора светит, а кусок отключает. Это про рычаг. Думаю, что вот здесь. А, ну вот, собственно, стоять. Вот он включен. Только Петя уехал куда-то. Замерзло? Одни носочки. Нет, подождите, давайте рассуждать логически. Ладно, там мы уже все сделали, все свои дела. У нас есть генератор, который сейчас включен. Что такое? А сейчас он как бы выключен, да? И... Вот сейчас мы его выключим. Вот этого ничего не поменялось. Все как было. О! Стоять. О! Прикольно! Смысл в том, что я выключил генератор, и нас шлепнуло сразу. Смотри. Смотри, мы отключили свет. И все, и теперь мы здесь не можем пройти. А теперь включаем свет, а тут он загорелся, да, соответственно. Загорелся, и они оттуда не вылазят. Ну, он. Я думаю, это господин Фриске. Жан. Жан Жакович. А он нужен нам или нет? Я не знаю, нужен ли он нам, но мы точно ему нужны, потому что он нас убивает. Как только мы оказываемся в темноте, мы и того. Как бы. На этом наше полномочие все. То есть, если мы выключаем генератор, то мы даже выйти отсюда не можем. А если включаем, коридор не освещается. Стоп, а что там на генераторе нарисовано? Ну, может быть, что-то с щитками. Но с щитками ничего не сделать. Я даже не могу туда, я не знаю, может чем-нибудь расхреначить, может пару щитков сломать. Такая себе идея. Говорят, если ты включишь генератор, ну я включил генератор. Какую-то, ну, какую-то. Да я включил генератор, вот он работал, вот я когда пришел, он работал. Понимаете, ребят, он работал. Проблема в том, что он работал. Может, конечно, баг? Ну все, а там темно. Может, труп как-нибудь там, не знаю. Туда забросить, заманить. Генератор-то включен, вы поймите, ребята. Дырки только начали это делать. Ну, такая идея. Случайная связь.
стоп, а мы сейчас давайте что, знаете, что сделаем? Давайте посмотрим. Ну, вот там дырки, да. Вот из них оно вылазит, да? Вот здесь есть... Положить дырки перед ключами, выключить генератор и побежать. Кирпичами? Ну, под кирпичами, да. Слушайте, ну... Или ящиками, если помните, печатками. Ящика два. А генераторов, соответственно, децл больше. Но в принципе... Ой, то есть, ну, дырок, в смысле. Ну, понятно. Давайте, стоп. Понимаешь? Ну, что? Слушайте, ну, давайте попробуем, конечно. Нет, раз, два. Да, две. Давайте попробуем, но, честно говоря, идейка мне не очень нравится. Хотя, на шару может и сработать. Так. Еще мы можем еще бочки поставить. Максимально. Бочки. Максимально забаррикадировавшись. Ну, такая идея, если честно. Хотя ящика 2 и дырок 2. Это меня немножечко бодрит. Вырубаем генератор и сразу направо. Но что-то мне подсказывает, что идейка прохладная. А все радуются. Да? Ну и чё? А света здесь как не было, так и нет, лол. А, нет, появился. Господи, просто заложить... А, осветил. Я же осветил его, да? Валкер спрашивает, как мы познакомились? Рассказывай. Потому что у вас был целый стрим про то, как мы познакомились. Ну или там какая-то большая такая часть. Да я на каждом стриме. Хотя бы в двух словах да рассказываю, как мы познакомились. Так, ребята, как бы и чё? Мы выключили генератор! И теперь, возможно, откроется другая дверь. Поняла? Автоматическая та, которая... Потому что в коридор-то мы так и так не зайдем. То есть, тут вообще карачун. Но! Господи. Возможно, теперь откроется дверь? Теперь-то я понял, в чем суть. Хотя, стоп. А, ну правильно, она раньше не открывалась, потому что там был газ. Да. Есть там что-то, да, Муся? Для чего-то нужно было. А где это было? Сейчас самый актуальный вопрос. Да, давайте здесь. Ребят. Как называлась эта хрень? Я забыл. Chemical? Ну, пускай будет Chemical. Пойдемте. Спокойно, дядя. Так, это резерч. Нет, это резерч, да. Ладно, здесь засейвимся. Генератор выключен. Заметь, да? Никак не привыкнул. Да, блин, успокойся, дядя. Успокойся! Заблокировано с той стороны, там вообще без вариантов. Очень настаивает, как здесь лампочки в коридоре с трупом. Включается, включается по одной. По одной. Ну расскажи, как пройти в лабораторию, дяденька? Лампочки в коридоре с трупом включаются по одной. Ты чё? Нет, ребят, не проканала идейка. Дверь не открывается.
Ладно, понятно, назад. Если вы думаете, что я помню, как я пришел, вы сильно ошибаетесь. Сильно ошибаетесь. И нет, это просто холод. Друзья, нам снова в Кеннел, да? То есть народ настаивает на том, чтобы мы... Коридор с трупом в Китом. Ну я понял, да. Кеннел. А нет, вот мне как раз туда, да? И дяденька ходил. А, вот же Кеннел. Вот. Так, ну ладно, ребята. Дети. Помогите Банигуру приучить псину. Но все равно вдвоем как-то повеселее. Даже бродить как идиот какой-то не стану. Так, стоп. Лампочки в коридоре. Че? Включается. Так, сейчас засейвимся. Сначала всейвимся. Сейчас щиток выключим. Ну, включаем. Включается по одной. Что вообще выбить можно? Стоп. А если я... Нет, ящиками нужно было закрыть здесь однозначно. Но что это дает нам выключенный щиток? Вот что он нам дает? Я думал, что я ящиками смогу закрыть. Закрыть дырки, пока там что-нибудь выключается или что-нибудь подобное. Так, ну ничего. Сейчас. Мысль. Здесь должен быть выключен свет. Там. Блин, ну да, это очевидно, потому что иначе зачем мы затыкали дверь, чтобы увеличить свет? Ну да. Выключим. Допустим. Включается по одной. Назад включится. Назад. Да, это задержка стрима. Потому что в этот же момент нам уже... Смотри, видишь, там засветилось. Поняла? Не поняла еще? Да, вот, смотри, смотри, нам по свету нужно идти просто. Так, блин, сучка! Сожрала. Резик, будем в четверг проходить. Скорее всего. Все, я все понял. Я все понял. Это неправильные пчелы, и они делали неправильный мед. Действительно, эти лампочки реально выключаются по одной. Ходу по всему коридору. Нам нужно ставить в пятне света, чтобы нас не сожрали. И нужно просто идти по свету с этих лампочек. Сейчас они начнутся, смотри. Куда-то пошла направо, видимо, включаться. Этот же гад свет не любит. Вот мы сейчас ждем. 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 И вот сейчас идем. Оп, прошли. Да ешь. Вот, видала, видала, чё? Чё могём-то? Так. Фонарик, просто фонарик. Да нет, это не помогает, мусечка. Если бы он помогал, я бы там уже спокойно прошел. Надо ждать, пока свет включен. Фонарик,
О, господи, да, мы это сделали. Мы это сделали. Здорово, мужик! Я не знаю, кто ты, но я так рад тебя видеть. Потому что ты когда-то был человеком. Он весь в укусах и царапинах. У него неплохо царится. Фонарик. А писюлька надо брать. Писюлька? Писюлька стоит? Ну, так неплохой же секс был. А писюлька уже лежит. Ну, правильно. Я вижу карточки ключей. Карточки ключей. Одного не понимаю, чем вам не угодили старые, добрые, висячие замки. Так. Ну, все только начинается, потому что... Нам же нужно обратно тем же путем пройти. Так, прошли здесь. Ой. Так. Ну что, когда включишься, нужно бежать. Вот сейчас. Ё-моё, ну надеюсь, автосейв был, когда я ключ-карту нашел. Слава богу, да. Есть контакт. Чтоб мы обратно, вот чтоб мы сейчас не перли с самого начала. Боженька нам помог. Все, друзья, еще 20 минут, и мы с Манюней будем с вами прощаться. Хотите ли вы, чтобы Манюня что-нибудь тоже постримила? Хотите ли вы, чтобы, например... Ой-ой-ой, я просто на шару это сделал. Так. В итоге, надо засейвиться сейчас. Засейвиться. Вот. И, собственно говоря, понравился ли вам такой формат стримов? Пишите, ребята, пишите. Ты с лампочками в противогазе кидаешь? Не знаю о чем. Ладно. Теперь-то уже, наверное, можно и включать. Хотя это не имеет значения. Это не имеет значения никакого. Ну, этот генератор. Ну, это действительно уже не важно. Мы идем в исследовательскую. Теперь у нас есть ключ-карта. Ты помнишь, где исследовательская? Нет-нет, не висни. Ну, блин, ё-моё. Хорошо, что засейвились. Вылетает мальца, бывает. Маню не нужно постримить резик. Ладно, закрыли программу. Но, тем не менее, в исследовательскую мы прорвемся. Чем бы не закончилось сегодняшнее приключение, мы его закончим точно в исследовательской. Да, видимо, подвисает на перезагрузках между локациями. На загрузках, точнее. Не на перезагрузках, а вообще на загрузках. Чтобы будем не так шустро бежать. Оп, аккуратненько. Как ты думаешь, если ты поможешь промучиться ей еще несколько часов, она будет тебе благодарна? Заткнись! Может, надо брать ее прямо сейчас, пока она тепленькая. Как там чмоки-чмоки? Смайлик. Здорово. Пошел ты, мой. Не боюсь я тебя, дядя. Examination room. Я, кажется, не туда пошел, да? Ну что, пробуем. Examination room в другую сторону. А где он? А, нам куда нужно? Нет, нам не нужен экзаменующий. Нам нужен... Нам нужен ресерч. Нам нужен ресерч. Да, да. Исследовательский.
Хорошо, когда есть указатели, правда, Мусь? Я бы здесь просто всю жизнь провел. Чтобы открыть карту. Так вот! Твою мать, да вот же она. Эй! Да ездишь. Ну что? Что же будет дальше? Интрига! Но на этом мы заканчиваем трансляцию. Да ладно, шучу, конечно. Смотрим. Сканер прочитал карту доступа. Рыбка! Стукаешь меня! Исследовательская станция Мануик испытывает технические трудности. Там заметили. Пожалуйста, держите капсулы с цианидом наготове. Ух ты. А это то, во что превращаются эти пацаны, я понял. Зря ты, наверное, это сделал. Эй! Так, технические трудности они где-то испытывают. Мы тоже испытываем технические трудности. Мы стримим с таким вот звуком, но мы же не, мы же цианида не пьем, правильно? От этого. Я думаю, обратно я уже не пойду. Или нет, обратно я думаю, что я пойду точно. Ну давайте обнесем пещерку. Думаю, что армяне будут не в обиде. Особенно сам Мануик. Мануик Карапетян. У вас в Сочи много таких мануиков, наверное, было, да, Мусь? Вообще все пусто. Чувствую, до нас здесь уже кто-то побывал. О, бесполезная хрень. Да. Очень хорошие фотографии команды исследователей. Я бы не сказал, что очень хорошая, судя по качеству. Довольно пиксельные. Нет, ребят, вы нас не обманете. Я понимаю, что у Маши зрение не самое сильное, но... Давайте карандаши сегодня. Так, во-первых, можно засейвиться, но мы же не успокоимся, пока не исследуем все, правильно? Вот еще бесполезная хрень. Чем больше бесполезной хрени, тем... Описание разных животных, пауки, тех, о ком нельзя говорить, собаки, рыбы, другие. Кто изучал? Да, не может быть. Старый автомат с напитным словом. Может, монетку? Ну ладно, сломан. О! Уберемся, наконец. Так, давайте засейвимся, потому что мы не знаем, что будет дальше. Что это? Так, ну что, в какую дверь? Марусидзе. Можно вот в эту пойти. Сортир. В туалет ты по сортир. О, смотри, вот мапочка. И здесь тоже мы еще не изучали. Жбана обязательно посмотрим. О, что там было? Тихо, презик! А, все, вообще безболезненно. В принципе, презик уже, видимо. Хотя, может, и понадобится еще. Нас же ждет женщина. Все-таки нашего персонажа. Симулятор бомжа. О, еще один приз. Слушай, один на обезболивающих определенно жила. О, и М равно L. Так, ладно. Что-то мне не хочется в такой туалет. Так, сейчас знаешь ли, тебя никто не спрашивает. Тут ничего. Пусто. Ну вот не может же быть вот такая локация туалета, ничего нет. Хотя бы. Хотя нет, здесь кто-то, судя по всему, почитал «Войну и мир» на толчке. Что, ну и антисанитария. Слышите? Нету женщин на Мануике. Что теперь? Так, это еще одна дверь. Ну давайте попробуем ее. Оу. Так, это какой-то длинный вход. Это выход. А тут что? Запертом табличке написано, что офис доктора Свансон. Это что самое? Сейчас ты будешь нас благодарить, киска. Что мы? Как оно? Что мы ей
прикажем делать, то есть благодарности. Может, просто борщ пускай сварит, да? Валивай. Ну вот. Ну вот. О, вы посмотрите, какая жестокая битва. Противник предоставлен с любезного разрешения нашего профессора. Да, ты не Рэмбо. Попробуй что ли сорать или побежать на него. Слышь, ну ты, мужик. Чё надо-то? Ворота, ведущие наружу. Чё надо? Ну, нужно определенным образом его как-то... Так, ребят. Его нужно как-то... О, вот вентиль. Я понял. Вентиль нужно медленно вращать. Мужик. Спокойно. Отлично. Каунт упит, мы еще немножко. Так. Окей, мы подняли эту хрень. Никто не хочет провалиться. Рычаг. Отличная работа, парень. Просто чудо. Между прочим, пока ты не начал плясать победный танец. Не дождешься. Я, конечно, понимаю, что убийство может доставить массу удовольствия, но она же тебе вроде нравилась. Ну че, я грохну? По-моему, у тебя к ботинку пристал кусочек ее скальпа. Послушай, да ладно. Неужели ты и правда? Я думал, ты знаешь, что я тебя провоцирую. О, ты надеялся на лучшее, я... Ужас. От Коля, пусти, наш мартышка. Внутренний голос. Везде есть свой позитив. Так, это баба, что ли, была? А, да. Ключ. А они что, все намерятся? Нет, ну почему они все сжимают ключи? Или записки, или карточки. Почему в предсмертной муке никто не может схватить сэндвич? Я умираю с голоду. Николай, слушайте, ну, конечно, обидно, что вот так все вышло. Мы-то из-за нее, собственно говоря. Я не могу. Да можешь, давай, она еще теплая. Мужик, давай. У тебя так давно не было женщины. Возможно, уже никогда не будет. А тут... А? Нет? Осталось только приподнять халатик и погрузиться в мир наслаждения. Она обещала. Обещала отблагодарить. Благодаришь, сучка, да? Я уже все взял, да. Ключ. Это как-то должно работать. Ну блин, наверное, он должен открыть. Нет? Ладно. Надо подумать, как следует. Так, стоп. Если снова давит. Ну, паучок. Что, можно презики выкидывать, да, это? Неприятно, как минимум. Не знаю, мне норм. Батарейки. Эх, а мобель. Полки с хламом, наверху может быть что-нибудь валяется. Ну, по-моему, ничего там не валяется. Ну что ж, ребята. Как выйти отсюда? А, стоп. Там же было заперто на ключ, да, кажется? А, вот же ее офис, конечно. Ну-ка. Заходим. Что же прячет от нас эта озабоченная нимфоманка? Любительница отблагодарить. Динамо. Батарейки. Ну, судя по всему, где-то нужно искать фалламитатор. Где-то вот в ближайшем отсеке. Скальпель. Пожалуй, видишь, какой образ, как быстро все гниет, наверное, это от сырости. Но все равно странно, действительно. Чего бы? Что это? Снова третий, нет, точно должен быть где-то, ребята.
Маны Карапетович. Что ты? Ой, ё-моё. Скукотища. Где тут Тетрис? Ну что, 5 минут. 5 минут, ребята. Ну давайте посмотрим, что это. Ох уж эта девка. Мы ее убили. Извиняюсь, ты убил. А она никак не может заткнуться. Ну их численность населения. Смерть болтливым, что мертвым при парке. А, вот я не знаю, что нужно сделать и кого убить, чтобы ты заткнулся, Николай. Скорость мутации животных, ну, соответственно, обратная. Управление замками отпереть, дверь отперта. Химлаб шлюз, поняла? Диагностика. Не знаю, что это. Паспорт. Интересненько. Начало постройки 3 марта. Кстати, подожди, а может быть... Комплексное состояние. Критическая перевозка. Недоступна. Шансы на выживание 78%. Шинка перерасчет 0,78. Неплохо. Состояние эксперимента. Подопытный шимпанзе 3. Так он ученый. Ну, отличный называет. Но... Лаборатория 12 крыс. 3 шимпанзе и 3 человека. Но один из них тоже крыса, поэтому 4 крыса. Посещение. Последний новый посетитель. 1 год, 2 дня назад. Последний подтвержденный. Выход 8 дней назад. Выходов за последний год. 31 выходов за этот год. 3. Посетитель в этом году 1. Популярное местечко. Проверка операционных систем. Поддержка жизнедеятельности R2D2 36%. Как у тебя в животе? Транспорт отключен, связь только внутренняя защита отключена, трубопровод 100%, дальнейшая информация недоступна. Эй, а еще статус исследования. Может, код нам скажут? Уже какую-то дверь надо открыть кодом. Текущий системный проект. Проект C567 станет завершен. Станет завершен. Короче, идите вы в жопу. Главное, что мы открыли. Угу. Предлагаю 2 на 2. Нет, я буду 1 на 1 с Машкой. Гонять. В соло. А ты в соло гоняй. Это здорово, да. Да. С голосом, которым он мог в 90-е из людей выколачивать все дерьмо. Потому что они бы засыпали, а он бы уже выколачивался спящим. Ладно, а что-то мы там записали в блокнот. Привет, Пух, кстати. Привет, дружище. Мой старый друг. Так, список дел. Для противоядия мне нужна какая-то дрянь под названием «Мистер-Сейтель». Он должен быть в химической лаборатории. Химическая одна из дверей, прямо дистанционно. Дверь смотровой покорёжена. Пройти дальше нельзя. Так, ну ладно, чё, потопали, Мусь? Быстренько, а? Сейчас надо ещё быстро прочитать, что там пишут. Я мечтаю, чтобы ты читал вот так. Не слушай её. Не слушай её. Не-не, он думает, что его предназначение накачать правую руку, как у тебя нога, а левую руку накачать, как... У тебя 2 ноги. И... У меня стройные руки. У него стройные руки. Так. Что там написали-то в прессе? Противоядие. О, противоядие, ребят. Исследование вируса Турнгайт. Лекарство. Мобилизованца. Если ты читаешь эти строки, значит тебе больше не нужно меня терпеть. Я знаю, что ты очень старался, так что думаю, все это благодарить тебя хотя бы за это. Я думал, что оставлю кое-что тебе в помощь, на случай, если меня самой тут не будет. Извини за излишнюю формальность, привычка. Введение. Цель этой процедуры – вывести формулу лекарства, которая стабилизирует заражение в разносчике и по возможности полностью уничтожит его. Эксперименты показали, что инъекции, покрывающие 50 мозговой ткани, 50 мозговой ткани, давай по 50 мозговой ткани, могут быть обращены в 80 случаев. В редких случаях эта смесь убивает как разносчиков, так и вирус. Вот она, не свобода выбора. Оборудование, аппарат для смешивания веществ
ZX3V2 построена из субстанционного анализатора. Реагенты: ацетон, хлор, сера, йод, азот, бром. О, вот у нас только азот, чтобы ты понимал. Так что, наверное, ребята, будем мы закругляться. Реагенты будут автоматически введены в вышеуказанном порядке. Самая важная добавка — это вещество 65. До этого у меня был доступ только к 1267, которые работали с разной степенью успеха. 65 обладает теми же свойствами, что и 67, хотя и значительно усиленными. А оно было обнаружено незадолго до заражения, поэтому еще не подтвержден карантин в химических лабораториях. Все реагенты нужно смешать в... Это запоминай, мы через неделю будем смешивать. В указанном порядке получаемые будут установлены обратно автоматически, их можно будет вливать в любом порядке. Вещество нужно вставить в ячейку контейнера. Очень важно, чтобы реагенты были смешаны в правильном порядке. Забываешь, что взяли брака нижний ряд кнопок имеет обратную нумерацию. Это все слишком сложно. Да. После успешного смешивания носителя вируса можно ввести до 3 мг, в зависимости от степени заражения. Заметки: все реагенты оборудования хранятся в смотровой. Вероятные побочные эффекты. Так как пораженный вирусом часть разового носителя является бледной копией самого носителя. Итоговое состояние больного неизвестно. Лично я был вирусом обычным. Чё? Пораженная часть бледной копии самого носителя. Также вероятно, что некоторые признаки вируса станции телепатии и воспоминания, вероятно, даже возможность общаться с центральной нервной системой. Но даже если мы не будем жить долго и счастливо, спасибо, что попытался. Это очень много значит для меня. Пожалуйста. Здесь предлагают вернуться к компьютеру, там у нас есть файл, есть пароль, начал пароль. Нельзя? Как это? Угу. Конечно. В смысле, а откуда пароль он знал? Ну да, нет, ну нельзя, но это просто спойлер. Так нельзя. Ребят, если вот пароль мы можем узнать из этих файлов, то да, я сейчас буду смотреть, пытаться. Если нет, то это спойлер. Посылка завершена. Ну, короче говоря, ребят, тут пароля точно нет. Пароль дается только тогда, когда мы соберем все артефакты. Их 10, а мы собрали 9. Только при повторном прохождении игры можно будет запустить там. И что это даст? Ну, значит, будем проходить по-честному, правда, Мусик? Все, друзья, собственно говоря, на сегодня мы говорим всем спасибо. Все способны. Вот мы снова на экране. Мы видим себя. Тебе понравилось быть настоящим стримером, Машка? Да, мне понравилось. Будешь ли ты стримить что-нибудь для наших зрителей в дальнейшем? Не исключено. Но это правда интересно. Правда, время очень быстро летит. Теперь ты понимаешь, почему я такой задрот? Нет. Правильно, она сегодня видела только в качестве зрителя процесс, но в следующий раз, следующую пенумбру она уже пойдет сама. И тогда я буду отрывать ее за уши от компьютера с требованием сварить мне борщ или исполнить супружеский долг, или хоть что-нибудь сделать еще. И буду сам отрубать электрощитки, вводить пароли. Но надеюсь, что так и будет, и Маша начнет зарабатывать миллионы на стримах. Спасибо, друзья, за то, что смотрели, спасибо за то, что поддержали. Запись, как обычно, ловите на Good Game. Подписывайтесь на канал на YouTube, подписывайтесь на канал на Good Game, на канал на Twitch. И, конечно же, вступайте в сообщество ВК, потому что именно там появляются все записи абсолютно, те, которые вошли на Good Game, не вошли на Good Game. На YouTube заблочено, не заблочено. Все там. Полное собрание сочинений плюс оперативные анонсы о предстоящих трансляциях. Вот. Ну и жду вашей помощи в решении вопроса с Гаврилой Котелковым, потому что файл есть, а выложить его пока некуда. Давайте вместе заливать на торренты, давайте вместе распространять. Ну и давайте вместе как-то делать так, чтобы вышла следующая часть. Ну а сейчас слово Маше. Она скажет всем спасибо. Спасибо, вы, ребятушки, все очень приятные, милые. Прям очень приятно читать. Чатик было. Ну,
Почти всегда. Почти всегда, кроме вот сообщения от Пуха, ах ты каблук, какая пенумбра, Go 2 на 2. А, пенумбра какая, отвечаю, вторая. А, Go 2 на 2, мы уже стримим 3 часа, и тебе вряд ли понравится мой скилл сейчас в 2 на 2. Завтра, дружище, я весь твой, почти. Все, всем спасибо, в четверг, предположительно, будем запуливать Resident Evil. Наконец, с легкой подачей Бубы, который нам настроил эмуль. Буби, привет, до новых радостных. Вы смотрели Бонивур на Опергеймер, Бонивур и Маша на Опергеймер. По понедельникам встретимся через неделю с продолжением прохождения Пенумбры. Пока, ребята.